Привет, друзья! Тимур Еремеев – российский актер театра и кино, ведущий Первого канала. Известен широкой публике после выхода сериалов «Кухня. Отель Элеон». В этих популярных ситкомах он исполнил роль портье Егора. Тимур сместил на посту ведущего в программе «На самом деле» Дмитрия Шепелева. Многие были уверены, что такая рокировка обновит формат телешоу. Но кто такой Тимур Еремеев? Чем он известен и что стоит знать зрителям о его биографии? Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Тимур Еремеев и сколько он зарабатывает. Родина звезды телеэкранов – подмосковный Королев, а точнее расположенный рядом поселок Первомайский. Здесь актер родился 17 ноября 1983 года и окончил 9 классов. По словам Еремеева, имя ему подарил главный герой книги Тимур и его команда. С раннего детства мальчик писал стихи и песни, занятия в обычной школе совмещал с учебой в музыкальной, а еще мечтал о сцене. Это желание привело в столицу. За полноценным средним образованием Тимур отправился в школу номер 232, в театральный класс при Щепкинском училище. Получив аттестат зрелости, юноша поступил сразу на второй курс этой колыбели актеров – к Владимиру Селезневу. Спустя год Еремеев влился в ряды студентов Института гуманитарного образования и информационных технологий, попав в мастерскую народного артиста России Владимира Коренева. Тимур успел побывать и в армии, отслужил срочную службу в составе группы Центрального академического театра Российской армии. С момента демобилизации Тимур верен этому театру. Имя Еремеева указано на афишах театра «Миллениум». С Надеждой Ангарской и Оскаром Кучерой он выходит на сцену в спектакле «Хитрец по найму», а в проекте оптимистического театра «Свидание на четверых» со Светланой Пермяковой. Дебют молодого человека в кино состоялся в 2004 году в сериале «Неравный брак», а в 2007 актеру достался эпизод в фильме «Ностальгия по будущему». Затем творческую биографию пополнили ленты с незначительными ролями, а также сериалы «Москва. Три вокзала» и «Прощай, любимая». В 2015 году Тимура зрители начали узнавать на улицах благодаря роли портье Егора в «Веселом», побившем все мыслимые рекорды популярности сериала «Кухня». В образе того же героя артист примкнул к команде спин-оффа «Кухни» – «Отелю Элеон». Компанию на съемочной площадке ему составили Диана Пожарская, Милош Бикович, Ольга Кузьмина, Виктор Хореняк. Егор – забавный персонаж с темным прошлым, отсидел в тюрьме за кражу, но пользуется авторитетом руководства. Михаил, управляющий отелем «Элеон», использует парня в деликатных целях, например, если требуется куда-то проникнуть, что-то вскрыть или добыть нужную информацию. «Работа у портье рутинная», – вспоминал Тимур. Потому, прочитав сценарий, он сразу начал думать над тем, какими фишечками наделить Егора, чтобы заинтересовать зрителя. В 2018-м портье Егор перекочевал из «Элеон» в «Грант». Фильм заявлен как прямое продолжение ситкома с новыми ситуациями и действующими лицами. Мелодрама «Новый человек» – рассказ о бывшем хоккеисте, начинающем жизнь с нуля. В неожиданной комедийной роли здесь снялась Татьяна Арнгольц. Тимур предстал в образе мнительного адвоката, которому повсюду мерещится заговор. Летом 2019-го из героя шоу Тимур превратился в телеведущего. В прайм-тайм на Первом канале вышла передача «Семейные тайны». Еремеев, чья личная тайна стала достоянием общественности, рассказывал о чужих. Речь шла о том, что, в общем-то, уже известно, но подавалась информация под иным углом, с опорой на новые факты, о которых никто и не подозревал. Объектом расследований становились наследства Леонида Брежнева и Людмилы Гурченко, загадочные смерти Зои Федоровны и Лины Быстрицкой. Съемочная группа работала в архивах, встречалась со свидетелями событий. Актер подчеркивал, что цель программы – это не очередной скандал, а честный, вдумчивый разговор, уточнение деталей. В начале осени 2017 года Тимур дал интервью журналу «Караван историй», в котором заявил, что приходится сыном Спартаку Мишулину, народному артисту РСФСР. Родители якобы встретились в 1971 году в Вологде, на родине матери, вместе съемки фильма «Достояние республики». Завязавшиеся отношения продлились долгие годы. Заявление настолько возмутило дочь актера Карину Мишулину, что, обвинив возможного брата в клевете, она подала в суд с требованием извинений, опровержения информации и компенсации морального ущерба. До сих пор женщина считалась единственной наследницей Спартака Васильевича.
Тимур с Кариной встретились в ток-шоу «Пусть говорят», где разгорелись нешуточные страсти. Дочь Мишулина обозвала Еремеева самозванцем, обвинила в желании пропиариться за счет чужого имени. Молодой человек поспешил с извинениями в адрес возможной сестры и супруги Спартака Васильевича. Однако добавил: «Я не отказываюсь ни от одного своего слова, готов отвечать за все слова. Как история моей жизни может оскорбить и задеть кого-либо вообще?» Чтобы расставить все точки над «и», по традиции на программе провели тест ДНК. Согласно результату экспертизы, Еремеев действительно биологический сын Спартака Мишулина. Тимур тут же опубликовал в Инстаграме слова благодарности группе поддержки, в которую входил звездный адвокат Александр Добровинский. Долгое время Еремеев тщательно скрывал свою личную жизнь. Сейчас полюбоваться фотографиями счастливой семьи можно в Инстаграме и в Фейсбуке. Артист не скрывает, что жена Ольга является главным советчиком и критиком. Она может оценить ситуацию с маркетинговой точки зрения, ведь имеет образование менеджера по рекламе и пиару. Супруги воспитывают дочь Нику. «Мы знаем друг друга уже 8 лет. В августе будет 5 лет, как женаты. Свадьбу устроили необычно, без ведущего с выездной регистрацией. Покатались на яхте, провели день на природе, по 8 вечера веселые и радостные разъехались по домам. Мне кажется, многие молодожены, когда организуют праздник, забывают, что это в первую очередь их день, а не гостей. Нам редко удается провести целый день вместе. Специфика моего графика заключается в непредсказуемости и ненормированности. С трудом прогнозирую, что будет через неделю. Сейчас мы с женой договорились зафиксировать понедельники в качестве выходных дней, чтобы я был дома. Получается не всегда. Оля к таким обстоятельствам адаптировалась. Жена к актерской профессии не имеет отношения. Раньше она занималась пиаром и рекламой в агентстве, а сейчас ребенком». Поделился в одном из интервью Тимур. Свободное от работы время семья посещает европейские страны. Сам Тимур является большим фанатом футбольного клуба «Спартак», регулярно присутствует на матчах и поддерживает свою команду. Известно, что Еремеев получил за съемки в программе «Пусть говорят» в одном выпуске около 500 тысяч рублей. Благодаря высоким гонорарам актер сумел сделать современный ремонт в своей московской трехкомнатной квартире. Видно, что актер отдал предпочтение современному дизайну. По всей видимости, телеведущий предпочитает темные цвета в интерьере, а синие его оттенки – это любимый цвет Тимура. Вот и всю спальню супруги оформили в синем цвете. Детская комната дочери оформлена в приятных пастельных тонах. В гостиной преобладают холодные оттенки. В окна стоит кожаный диван белого цвета. Что касается кухни, то актер и телеведущий отдал предпочтение светлым оттенкам. Ремонт в квартире Тимура Еремеева длился несколько месяцев, и в обновленное жилище актер с женой и дочерью въехали перед новым 2020 годом. Впрочем, сейчас у Тимура Еремеева есть возможность не только сделать хороший дизайнерский ремонт, но и купить еще одну квартиру в Москве, так как доходы актера растут в геометрической прогрессии. Весной 2020 года Тимур стал ведущим ток-шоу «На самом деле», сменив на этом посту Дмитрия Шепелева. На самом деле это ток-шоу, не имеющее аналогов. Перезрительской аудитории будет разворачиваться очная ставка между людьми, которых некогда связывали отношения, но чувства были уничтожены ложью. В студии у них будет возможность поговорить друг с другом с позиции правды. Обмануть не получится, ведь участники подключены к полиграфу на протяжении всего эфира. Стала известна зарплата Тимура Еремеева на Первом канале – 1 миллион рублей. Давайте пожелаем артисту блистать яркой звездой на сцене и в жизни. Пожелаем потрясающих идей и веселых увлечений, великолепного настроения и идеального здоровья, почтения публики и большого счастья в личной жизни. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!